Имена претендентов на пост мэра Сочи не разглашаются. Глава конкурсной комиссии Галина Москалева, которая возглавляет департамент внутренней политики Краснодарского края, рассказала порталу Юга.ру, что кандидаты не хотят, чтобы их имена были известны, и это предусмотрено федеральным законом. Однако о конкурсантах известно вот что. На должность мэра претендуют 4 женщины и 14 мужчин. Средний возраст кандидатов составляет 45 лет. 17 кандидатов из 18 имеют высшее образование. Большинство являются руководителями коммерческих предприятий. 13 претендентов проживают в Краснодарском крае, в том числе 9 в Сочи, 2 зарегистрированы в Москве, 3 в других регионах – Удмуртской республики, Ингушетии и Екатеринбурге. Заседание конкурсной комиссии, на котором станет известно имя мэра Сочи, состоится 10 сентября.